Gustāvs Rodislavs Sets iepazīstinās ar slāvu āriešu kalendāru. Klausīsimies un atkal iedvesmosimies. Разъяснен Радослав Сеч, наш Божий внук, с рода Сечей под покровительством Бога Перуна. Я из Гриба и Гриба, перед Слатуна. Твоя аудитория пора приятно классить эту лекцию. Тас мне сатвет. Я на уме это отъебил, но как ты не понимаешь. Плохо. Это Эриком, мы с вами едут испринтать англи версии. Mums ir angliski. Angliski tev ir labi, vai ne? Varam pārsūtīt viņam. Jā, paldies jums. Es varu kaut kā... Nē, paldies. Vispirms paldies visam organizatoram, kas tad jauka konkurence organizēja atsevišķi Agnija, Nirena Sapkovska. Visiem, kas to notika. I want from the first my words to tell thanks all Indian colleges because they saved our ancient, very old England's culture and developed it. I want to say many thanks to Latvian Romuva who developed our old culture of Russia at their own land. I want to say thanks to Czech people who develop our Russia's culture. It's the first. And I would like to speak about Тогда есть что? Да, нет, все. Там уже перевод есть, надо играть. До нас можно перевести немножко, да? Я только покажу, что первоосновой наших знаний являются веды, санти и другие источники. Харийские, дарийские, рассанские, словенские, которые мы до сих пор храним и хранить будем. И в настоящее время мы, так сказать, активно пытаемся перевести с древнего рунического языка харийского, который имеет 144 руны, и каждая руна в себе таит образы порядка от 50 вспомогательных образов до 144. Jūs varat varbūt pats angliski pateikt. Nu, es viņam pateikšu pēc tā. Календарь для народа – это распределение времени в его жизненном пространстве. Суть календаря – это пространственный глубинный слепок временного потока мироздания и жизни народа. Календарь – это часть культуры любого народа. И все мы разные, в зависимости от своего строения энергоинформационных потоков. Несколько позже будет продемонстрировано основы всех календарей мира, которые на сегодняшний день существуют. Потому что первые потоки, которые родили в нас наши родители и предки, они сохраняются у нас всю жизнь. Мы их передаем своим детям, потомкам и так далее. И вот этот непрерывный процесс идет в развитии постоянно. Поэтому у белых людей одни потоки, у других людей другие потоки. И это надо учитывать. Если же мы перенесем одну культуру на другую, то снова то, о чем говорил доктор Стейнсвалдес. Опять пойдет геноцид и прочие нехорошие дела. Суть календаря – это пространственный глубинный слепок жизни народа. Календарь – это часть культуры любого народа. Что такое культура? Нужно понимать в глубине суть вопроса.
Культура состоит из двух рун. Первая руна – культ, вторая – ура. Ура – образ обжитой земли определенным народом. Вот есть леты, живущие на своей земле в Латвии. Они хранят свою культуру и развивают. Это то, что культ – это достигнутое высокое совершенство всего народа. А ура – это обжитая земля. Поэтому культура – это достижение всего народа на своей земле. И на каждой земле могут быть различные нюансы. Но в основе всей культуры лежит корень. Корень рода. Корень наших предков. И мы это свято должны хранить. Культура является высшим отражением достижения нации. Чуть попозже. Проживающих на определенных территориях. Календарь параллельно связан с языком народа и формирует возможности жизни этого народа. Достаточно изменить структуру календаря или языка, то произойдут качественные изменения в жизни любого народа. А если меняется одновременно и язык, и календарь, что такое календарь? Календарь – это срез нашего явленного мира в его потоке. То произойдут одновременно, если заменить, то наступает возможность полного подчинения этого народа тому, кто это делает. То есть, если поменять временной поток и язык, вибрацию, можно подчинить любой народ. Это система. Люди либо живут в своем духовном потоке мироздания, либо живут в чужом потоке. Что нам сейчас пытаются и навязать? Если люди живут в чужом, то такой народ будет подвержен влиянию тех, кто формирует изменения потоков мироздания. Каждый народ имеет свою божественную основу и, соответственно, свою пространственную и временную структуру. Поэтому при навязывании народу несоответствующей ему структуры исчисления времени в пространстве происходит ограничение в развитии культуры этого народа и, соответственно, постепенно его деградация. Об этом доктор Стейнс тоже говорит. У славян в древности было несколько календарных форм исчисления, но до настоящего времени сохранилось лишь немногие. Само название календарь происходит от Каляды Дар, то есть бог Каляда – один из проявлений единого Творца нашего. Исходя из древнего ведического наследия славянариев, белые народы в своей энергоинформационной основе имеют по 16 энергоновых каналов, 37 основных чакр, 9 из которых являются главенствующими, а остальные – определяющими. Мы так устроены. И развитие происходит по дуге большого круга или по спирали золотого сечения. Другие народы имеют другую энергоинформационную основу отражения мироздания. Мы своими чакрами, своими потоками отражаем потоки мироздания и создаем потоки времени. И мы в этом времени живем, а это и есть наш календарь. И если вам навязать другие потоки, у вас начнутся болезни, трудности и всякая нехорошая ерунда. Поэтому у каждого народа есть свое внутреннее и внешнее время. Волновым или полевым срезом мироздания на уровне явленного мира является дарийский круголет, или как его еще называют, щит числа Бога, на основе которого построен Каледидар или календарь, а также время исчисления народа или нации. У разных народов, живших на территории Европы, были разные системы счета дней. У кельтов и скандинавов изначально был 9-месячный календарь, но впоследствии он был заменен на 24-месячный календарь. На этой земле летов был 9-месячный календарь, но потом был заменен на 13-месячный календарь, потому что менялись потоки, которые и меняли структуру жизни человека. Когда это было? Это было в период ледника. Когда ледник отходил, то все процессы, происходящие на Земле, в космосе и так далее, они менялись. И менялись очень быстро. Это было связано с постоянно изменяющими климатическими условиями и полным переходом на руническую форму письма. Эти руны вы знаете. Это называют скандинавские, германские. Они все происходят из единого источника. Это упрощенная руника, которая взята из харийского языка рунического и
Каждая руна – это не символ, это не буква, это образ, через который идет поток силы, поток энергии. После перехода каждый месяц обозначался своей руной из так называемого сборника рун. По-славянски «фут арх». Арх – высший, фут – как бы шаг. На юге Европы, на территории современной Италии, жили рассены, которые больше знают под названием этрусские или итрены, которые также пользовались девятимесячным календарем. Прибывшие на территорию Италии латиняне и сабиняне принесли с собой календарные системы. Впоследствии появились и новые системы, например, греческие олимпийские циклы или латинские календы от основания Рима. То есть каждый правитель создавал свой календарь. Для чего? Я уже ранее сказал, для управления. Большое многообразие календарных систем иногда вводило большую путаницу в определении больших торговых дней. Поэтому в 45 году до нашей эры, ну, до нового исчисления, по указу императора Юлия Цезаря была введена новая календарная система. И эта новая календарная система была взята из системы календарной Египта. И жрецы Египта жили по этому календарю. Тогда вновь испеченные христианские миссионеры столкнулись с большими проблемами, которые отправились просвещать язычников Европы. Иная календарная система не позволяла христианам-миссионерам правильно определить, какая дата местного календаря соответствует юлианскому календарю. Именно местные календари были более сложные для понимания христиан, и к тому же сравнительные даты постоянно у них плавали. Ну, так как христианские календари основаны на лунных циклах, поэтому они относительно этого каледедара будут плавать, потому что каледедар более 600 тысяч лет не менялся, я чуть позже покажу, остановлюсь, и ни на одну минуту он не ушел ни вперед, ни назад. Выход был найден только один – запретить старый календарь и ввести новый, юлианский. Та же самая картина наблюдалась и при крещении Киевской Руси. Введенный юлианский календарь народ не принял. Но христиане нашли выход из создавшегося положения. Они придумали славянские названия для юлианского календаря и месяца. Вместо номеров на латыни получили славянские названия. Вы помните римские месяцы, первый, второй, третий, римские цифры и так далее. Но чтобы подменить, чтобы принял народ белый все эти месяцы, они заменили на названия. Березень, Квитень, Травень, Червень, Липень, Серпень, Вересень, Жовтень, Листопад, Грудень, Сечень, Лютень. Только в таком виде христианам удалось навязать славянским народам чужой календарь. Я говорю про славянские народы, народы, которые славят своих предков, своих богов, на Лигу, на Каледы, на Купалу и так далее. В других славянских странах была проделана та же реконструкция юлианского календаря и месяца. И месяца получали свои славянские названия. Но также после того, как христиане нашли выход из создавшегося положения, и в юлианском календаре месяца получили славянские названия, древний славяно-арийский каледедар не перестал существовать. Впоследствии было официально узаконено двоеверие. И два календаря. Церковный календарь стал считаться официальным, а государственным, а старый календарь – народным. Подобное двоеверие сегодня сохранено во всех странах Балтии. Есть католическая вера христианская, а есть Дирс, Перкунс, Мара, Лайма и так далее. В лето 7090, по новому исчислению, 1582 году, католической церкви по указанию Папы Римского Григория XIII был введен новый календарь, который получил его имя. В новом календаре датировка шла уже не от сотворения мира, а от придуманного Рождества Христова. По григорианскому календарю сегодня 2015 год, а по нашему наследию этому времени соответствует. Лето 7000... Переключите. Не-не-не, пораньше, где там перечисление лет? Ну, я не понимаю, может быть, у вас шире лекции, нежели у нас есть. Тут немножко иногда нет материала. Ну, значит, дальше будет. Да.
Но лето 2015 соответствует лету 7523 от сотворения мира в Звездном храме. Сотворение мира – это заключение мира между, ну, современным языком говоря, китайцами и славянскими народами. Почему? Где произошло? Произошло на том Дальнем Востоке, в районе Сибири. Ледник уходил, желтые народы, ариманы, пошли на территории славян, стали убивать людей и так далее. И тогда, значит, состоялась война, и, значит, остановили приход желтых людей, китайцев, и пленные построили стену, так сказать, свою собственную границу под руководством победившего народа. А возглавлял этот поход, значит, князь Асур. Звали его, и имя было Уман, а казацкое положение хан. Хан Уман. Впоследствии хан Уман ушел в Индию и стал советником царя лесных людей. И там я остался. Сегодня в Индии сохраняется это имя Ханумана, как царя обезьян и так далее. Да? Это лето 13023 от Великой Стужи, от Великого Похолодания, когда на землю упала луна Фата. И я вам потом перечислю еще дальше. 106796 от основания Асгарда Ирийского. Современного города Омска. То есть Омску не там не 700 лет, не 800 лет, ему 100 тысяч. 106796. Лето 111824 от великого переселения из Даарии с севера земного шара в связи с тем, что луна Лиля была разбита, разгромлена, упала на землю, сделала, сотворила потоп. В ведах Перуна об этом очень подробно все сказано. Как это все происходило. Ну и так далее. Значит, если последнего времени касаться, это 604 392 лет от времени трех солнц, когда люди наблюдали три солнца, и это в культурах Индии сохранилось в Австралии, и в Африке даже в некоторых племенах это существует, наблюдается. И 1,5 миллиарда лет от прибытия на Мидгард первой Вайтмары великой расы, рода небесного. Праздник, который отмечается в Литве, день рода, день расы. Наш календарь основан на шестеричной системе счисления, в котором еще прослеживается наибольшее простое число 9. И несмотря на свою необычность за современного восприятия, эта календарная система наиболее точная и удачная. За последние несколько десятков тысяч лет наш календарь не убежал и не отстал ни на один день, так как он опирается на матриархальную модель Вселенной и на осевую централизацию и галактическую ориентацию Земли. Наш календарь, или как мы его называем, календарь, был запрещен Петром I 315 лет назад, в лето 7208. Он издал указ об упразднении всех старых календарей, которые одновременно существовали на Земле, и ввел западный европейский календарь от Рождества Христова. При этом он перенес начало календаря новолетия с дня осеннего равноденствия и обозначил начальную дату 1700 год. Это произошло в 7208 лето сотворения мира в Звездном храме. То есть, когда победа состоялась, этому еще посвящен герб. Белый всадник на коне с копьем в руках побеждает дракона. То есть символ желтых людей – это дракон небесный. И вот этой победе посвящен этот герб. Но потом христиане забрали как герб Москвы. Ну пусть будет так. Дата начала нового календаря была выбрана Петром не случайно. 25 декабря весь христианский мир отмечает Рождество Христово. Согласно Библии, на восьмой день младенец Иисус был обрезан по иудейскому обряду. То есть 1 января христианской церкви отмечалось обрезание Господне. Вот эту дату и выбрал Петр I. И он своим указом всем подано велел отмечать начало нового календаря и поздравлять друг друга с Новым годом. Царь Петр I не просто сменил старый календарь на новый. Он украл нашу народа 5508 лет великого наследия. И приказал иноземцам написать вместо него
придуманную историю, которой раньше не было у нас и никогда нигде не было. Сегодня нашим дарийским древним календарем пользуются только православные, не путать с христианами, православные, староверы Инглиди и ирландский орден друидов. Этот календарь уходит своими корнями, когда наши предки жили на северном материке и назывался материк Дария. Календарь имеет руническую форму. Пусть стоит Дария. Там немножко текста как-то. Вот, пусть так стоит. Календарь имеет руническую форму отображения и построен на основе дарийского круголета или щита числа Бога, в котором 16 небесных чертогов, 9 стихий, 9-дневная кола недели и 16 часов в сутки. Вот я в двух словах поясню. Вот он, круголет дарийский. Здесь записана вся жизнь людская. Можно по нему рассчитать и дату рождения, и с какой целью кто родился, примерно назначение, какой день завтра будет, что в этот день делать, что не делать, чем питаться, чем не питаться. Все здесь заложено. Если в общем плане посмотреть, здесь вы видите вот на крайней полосе, это боги-покровители, то есть это экспансии единого Творца, который проявляется в конкретный период, как будто лучом на нас. Это суть всего мироздания. Здесь вы видите черты и резы, рунические отображения. Это часы. Каждый час имеет свой образ и название. Например, часть Настя, по-нашему это 7 часов, или Зара, Заупница и так далее. Здесь мы видим чертоги, 16 чертогов по нашим энергоновым потокам. Как мы устроены, они так и проходят. Каждый чертог имеет свой рунический образ. Это образ Инглии, священного потока, который создал Создатель, и на основании которого этот поток стал создавать все сущее, несущее вокруг. И так далее. Важно знать, в каком чертоге человек родился, и тогда мы можем четко определить, какого характера человек будет, что у него развито, что не развито, какой завтра день у него, какой будет потом и так далее. Допустим, в давнее время и на этой земле, и на других землях Балтии жрецы определяли, священнослужители. Допустим, родился человек в чертоге лебедя под покровительством Макоши, и родился человек в чертоге расы под покровительством Тарха, сына Перуна. Если мы проведем по правилу Буравчика, как сейчас говорят, да, под прямым углом линию, то это и будет определение, допустим, выбора суженого для супружества. Супруг и супруга вот таким образом будут, как говорится, друг для друга гармоничны. Противоположный свастичный поток определяет хорошие отношения. Лучший, как говорится, партнер по бизнесу и так далее. То есть вы будете как бы единое целое. Здесь показаны наши 9 стихий согласно нашей чакровой системе. У нас не 7 чакр, у нас их 37. 9 основных чакр, проявленных в стихиях. И все цвета сюда вынесены. Мы немножко по-другому звучим в космосе, немножко по-другому сложим. Также они все обозначены руническими образами, которые определяют суть и потоки. Дальше у нас определены 9 дней в неделе. Каждый день недели имеет луч от конкретной Земли. Сейчас называют это планетой. Вокруг Земли вращается 27 земель. 3-9 земель. Ну и в сказках, и бабушки нам рассказывали. 3-9 земель. И сегодня мы на ритуалах используем, на обрядах собираем цветы. Мы собираем 3 по 9 или 9 по 3. 27. Как бы вот по своему солнечному мирозданию. У нас есть Солнце, Солнечная система, но таких солнечных систем в нашем мироздании очень много. Значит, и вот если луч Ярилы Солнца влияет на определенный день, конкретно это неделя, я чуть дальше покажу, то, допустим, это нельзя ничего делать. Ярила дает мощнейший сильный поток для отдыха. Потом начинается свечение Хорса,
Меркурий, кажется, называется в современном языке. И луч Хорса он дает нам первичную силу. Это по неделе, потом вторя, третейник, четверик, пятница, шестница, седмица, осьмица и опять неделя. Причем два дня трудимся, третий постимся и отдыхаем. Пост – это полное очищение собственных телес. И так каждые два дня. Два дня усиленно трудимся, третий отдыхаем. В неделю мы ходим в гости, поем. В двух словах. Когда ярило солнца проходит вот определенный чертог, соединяя его свет со светом чертога, дает влияние на судьбы и характер людей и дает силу, которую воспринимают священные деревья, которые растут на Мидгард земле. И вот этот круголет проявлен еще в другом, в природе. И каждому чертогу соответствует свое древо. Древо через космические потоки получает силу, которая через корни получает, а затем через листву и стебель нам отдает. И достаточно знать, какое у вас древо, вы будете всегда в цельности и сохранности. Когда родилось чадо в семьях славян, значит, закапывали в том, в чем родился человек, в ямочку, а сверху сажали дерево. Допустим, родился человек в чертоге Финиста под покровительством бога Вышиня, то сажалась вишня. Это было древо человека, которое давало ему силу всегда. Сутка сварага 180 кругов жизни. Это 25 920 лет. Калидедар содержит три природных сезона: осень, зима и весна. Эти три сезона объединены в единый солнечный цикл, который называется лето. Лето состоит из 9 месяцев. И таким образом на каждый природный сезон приходится по 3 месяца. В календаре есть два понятия – простое лето и священное лето. Они составляют круг лет, в котором 15 простых и одно священное лето. 9 кругов лет составляли круг жизни, который стоит из 144 лет. Сейчас считают веками по 100 лет, а славяно-арии считали кругами жизни. Простое лето здесь не указано, оно пишется вот латышское «л». Так и писалось везде «л» лето. Имеет 365 суток, а священное лето имеет 369 суток. Лета состоят из месяцев. Раньше назывался сороковник. Четный сороковник имеет 40 суток, нечетный 41 сутки. В лете 9 сороковников. Рамхат, сороковник пустые, да? Сейчас объясню. Божественного начала. Айлет, сороковник новых даров. Бейлет, сороковник белого сияния и покоя мира. Гейлет, сороковник вьюг и стужи. Дайлет, сороковник пробуждения природы. Элет, сороковник посева и наречения. Вейлет, сороковник ветров. Вот вейлет начинается в конце мая нашего исчисления. Как правило, начинаются ветра, дожди и прочее. Сейчас ярило солнца вошел в лигу. Лига – это несколько дней плавно перехода солнца в состояние стояния. И вот эта лига начинается практически с 21 числа и проходит дальше. И мы вот этот сал Грижи отмечаем праздник. Начало солнцестояния. Затем через день солнце начинает двигаться. И в это время ведь погода всякая меняется, и дожди идут и так далее. И как солнце начинает двигаться уже равномерно, погода улучшается, становится тепло и так далее. Хейлет – сороковник получения даров природы. И Тайлет – завершение. Это сороковник завершения. Все вот эти вот названия состоят из двух рун, кроме одной. Рамхат – единая руна создателя. Остальные – Ай – лето, Бей – лето, Гей – лето и так далее. То есть двурунники. И каждая руна имеет свой образ и поток силы.
Название месяцев не только в рунике имели глубокий смысл, но и в буквице тоже. По своей совокупности образы буквиц, с которых начинались названия сороковника, также несли особый смысл. Чтобы его как-то понять, нужно просто вспомнить название буквиц в древнеславянской письменности. Р – это рец, наставлять, сообщать. Ас – человек. Б – бейлит – боги. Г – или глаголь. Глаголь – значит творить, речить. Д – добро. Э – это указывающая форма. Веды – веды – это мудрость, знание. Х – это храм, сохранение. Т – талит – вердо. Тай – это завершение. Тай – лет. Тай – га. Га – путь, тай – завершение. То есть окончание пути. Не лес глубокий, а путь. Закончился, дальше лес. Так вот, если сложить эти все образы, то получится, что наставляют человека боги речить и творить добро, и эту мудрость хранить твердо. Ну вот... По-английски вот здесь вот. Итак, people go straight and send the street without keep up. Дальше показана неделя. Можно на английский переключить сейчас? Чтобы слава будет. Показана неделя наша. Вот это. Понедельник, как я и говорил, рабочий день, вторник, третейник свободный и так далее. Все это видите. Week, выходим в guest. Так, следующее. Вот это вот показано влияние потоков силы, энергопотоков по чакрам, как распределяются все дни. Вот это годовой календарь, если современным языком говоря. Всего два исчисления, четный и нечетный месяц. Таким образом, значит, в Латгале мы нашли несколько стариков, которые сегодня ходят с этими палочками, которые им остали прабабушки или прапрабабушки. И у них там 9 зарубок с одной стороны, 40 зарубок и 41. Долго пытались, что это такое, в конце концов они рассказали. Так что это все сохранилось до сегодняшнего дня. Но у нас еще, учтите, есть как бы чисто солнечный календарь с 8 путями. 2 квадрата, пересеченных сила Перуна, сила Велеса, что составляет звезду Лады Богородицы или Лаймы, как можно считать. И вот это вот легло в основу многих славянских народов, и лэтов, ну вообще балтийских народов. И на сегодняшний день это самое сильное исчисление времени для местных жителей. Значит, вот Ярило Солнце, я то, что вам рассказывал. Это вот каждая Земля, каждая планета, как сегодня говорят, да, влияет на каждый день. Это понедельник, вторник, третейник, четверг, пятница, шестница, седмица, восьмица и неделя. Внутри показан символ Мидгард Земли. Это наша Мидгард-Земля, обозначена на древних космических картах. Значит, 3 луны вокруг Земли нашей вращались. Это месяц, Веля и Фата. Месяц рухнул 111 тысяч более лет назад. Фата 13 тысяч, отсюда название «Фатальный исход». Ну а месяц, слава богам, еще здесь. Леля сначала. Леля сначала, потом Фата, а месяц здесь. В сутках 16 часов. Славяно-арийские сутки начинаются с 6 вечера по зимнему и в 7 вечера по летнему времени. Если это упражнение от вечера до вечера, да? Или утро вечера мудренее. Один час времени составлял 144 части. Современное исчисление 90 минут. Одна часть составляла 1296 долей. Одна доля 72 момента. Один момент 760 мигов. Один миг 160 сигов. Есть такое выражение сигануть, то есть быстро переместиться. И это используется в славянской боевой практике. Боевое искусство. Все это используется. Один сиг
равен 14 тысячам гигов и так далее. То есть это на самом мельчайшем уровне, от самого макроуровня до самого мельчайшего уровня. Один сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, который взят за основу современных атомных часов. Календари разных народов имеют в целом единую основу пространства и времени, но различны они в системах отражения самого мироздания. Из ведического наследия наших предков, что наше летоисчисление не связано ни с солнцами, ни с землями, ни с лунами, ни со звездами, а связано с законами единого Творца. Ибо солнце, звезды, земли и луны убыстряют и замедляют свой ход, а законы Творца Единого незыблемы, и за соблюдением их наблюдает число Бог, который является хранителем рек времени. Наши предки пребывали на эту землю из различных систем, с бетой льва, с малой медведицы, с большой медведицы, с Кассиопеи, с Рады, современное название Кассиопеи, то есть Ориона, и так далее. И нам завещали жить по двум принципам. Вот наше наследие великое. Славить Бога, почитать старость, уважать младость, жить по совести и в согласии с природой. Вы готов ответить на вопросы на любом языке? А что подразумевается под... Покровитель обезьян или выше? Что такое обезьян? Хануман. Он обезьян. Ян – это точка движения по светлому пути. Ну, то есть это не считается, что это обезьяны в нашем понимании, это животные? Это относится ко всем сущностям, которые не имеют яна, то есть потока духа, который нам позволяет двигаться по светлому пути. Да, я? I'm very sorry that I didn't understand what you said in Russian. I only know the English information that I can read in here. I have, like, what you said last, that the sign that was before that saying is, was talking about a single God creator. And now you are saying glory to the gods. So is it one or many? God is one in many images. Uh-huh. It's our system. So, it's our... So you have one God, but many gods. Is that a little bit contradictory? Many gods in one. So is that contradictory? Родобожие. One exists in it. One God's image in... But, for example, this is your hand. That's one image. This is another. Yeah. Yes, yes, but then this is hand. And this is finger. So we are talking about hands or finger. That's also your part. This is also your part. This is also your part. It's, yes. All of this is also your part. Это и есть дарийский календарь, по которому мы живем сегодня. Чтобы не болеть, чтобы у нас все дела шли хорошо, и чтобы все у нас и у наших детей, внуков, потомков и так далее, все было нормально. Здесь отражены все потоки, все светлые дни, дни, в которые мы должны немножко себя ограничить в чем-то, и когда, и в какое время, и прочее, прочее. Вот эти все 9 месяцев здесь указаны. Вот они. Вот они все 9 месяцев. Здесь указаны посты, здесь руны, как, через которые идет сила и энергия. Руны отображают образы всевозможные. Вот это вот наверху, это звезда Ингли. Эта звезда Ингли определяет три глава. 9 наших основ. Три глава. В мире Яви, в мире Нави и в мире Прави. Прави, где живут боги, Нави. Это съемная и светлая Навь, куда души наших предков уходят. Явь – это явленный мир, физический, в котором мы живем, в материальном мире. One moment. Вот. И здесь показано то, что наверху, видите, созвездие Малой Медведицы? Мы являемся 8-й звездой Малой Медведицы на космических древних картах. И наш герб Беловодья обозначен так. И там написано, это не крест, это меч. Меч, острием вниз, это мудрость.
и на нем написано «ста раса». «Ста» – священная раса, это роды ариев страны Ас. I'm ready. Yes. I am having here that time chart. Yeah. Showing like time conclusion of the feast between white people and so on. This chart. I would really be interested in how you got that in English. Where you got this information from? I'm really curious about. From what information? Yes. Where this information is coming from? From runic base. Runic base, what kind of runes we are talking about? Runic? So, I mean, what kind of runes we are talking about? Don't understand. A card, right? What kind of runes? Runic information, what kind of runic information? Card, right? Not yet, runic information. I mean, I know, I don't know how to get this kind of information out of runes. 144 runes in one. Yes. In one flow. One flow. One flow has 144 runes. And one rune has 144 images. This is Harya language. And is Darya language? Is Harya language? Okay. It's writing. Yeah, I know. But where you got the information about runes? No, where you got... Runes, the source. The source. I want the source of your information. We have this all. Yeah. But we don't show it to anybody. Ah, it's a big secret. Today, yes. And now, you okay, can... Okay, thanks, sir. You can see these runes, which we... can show and people can understand. Mm-hmm. No, they are published. Yeah? No, it's not secret. Published. Yeah. But it is still not, maybe, so I would have to get myself into this to find out how you get information about three sons and stuff like this. Three sons? Yeah, you say, Lisu, yes, 600 something, time of the three sons. Yes, we have something. Okay, so I would have to get myself busy without those 104 times, 144 runas. This information, thank you can find in Australia. You understand that I'm a little bit skeptical. In Australia, in India, in Africa, and the last wars in Murmanska Oblast. Murmanska Oblast, what is it? Murmansk region. Это только начало.